Ну что, вы там собрались? Мы идем гулять на Красную. Я вот не знаю, что мне одеть с этим платьем. Может быть, вот эти вот оранжевые босоножки. Или белые босоножки. Но я, наверное, одену оранжевые. Вам я хочу сказать, что там очень жарко. И с бордовой сумочкой вообще никак, да? Да. Ну не расстраивайся. Мы скоро придем. Мы скоро придем. Не бойся, не бойся. Мы скоро придем. Прячется от меня, прячется. Все прячутся от меня. Никто не хочет сниматься. Первый этаж. Первый пошел на выход. Какое-то сегодня прям хорошее настроение. Не знаю, люблю я такие гуляния по Красной. Как день города или вот как сегодня день России. Какое-то прям предчувствие. Погода так вроде бы немножко солнце не так жарит. Даже дождик поморосил 5 минут. Не знаю, как-то классно мне такое. Все такие наряженные, все куда-то едут. И мы сейчас поедем. Концерт там будет, какие-то звезды приедут на Красное. И еще будет фейерверк. Так что сегодня должны классно провести время. Наконец-то мы доехали до Красной. В этом жарком, душном автобусе. Это какой-то ужас. 1,5 часа мы ехали. Наконец-то доехали. Чего вы прикалываетесь? Да просто я рассказываю, что автобус был душный. Слава, ты не виноват. Просто я предлагала поехать на чуть-чуть на машине, потом на трамвае. Слава говорит, нет, давай уже на автобусе от начала и до конца. Короче, мы пока через центр проехали, чуть не пофигели все. Фонтанчик красивый. Ой, сейчас тут всего столько будет. И художники, и артисты, и музыканты, и танцоры. Смотрите, какие велики классные, старинные. Сейчас покажу. Прям вот настоящие, такие потертые. Интересно, с каких годов этот велик? С какого века даже, можно сказать? Ой, вообще... Ой. Да, с этой стоимостью. А, нет, вот он держит. Ну, давайте, попробуйте. Тогда можно. Нет? Ну, хочешь покатать? А это же деньги надо платить. 100 рублей катать. О, видишь. Ну, как, мы же работаем. Ты работаешь бесплатно или нет? А на этом... Не, я поэтому пошел мимо, не стал на нем. На этом кто-то катался, да? Можно... Самое маленькое мы только сделали, а на сиреневом я катаюсь. На сиреневом катались? Хотите, покажем вам цилиндр. Вы покажете? Покажите. 100 рублей кидайте в цилиндр. А, вы покажете, а я 100 рублей. 100 рублей, а я показываю, как на этом до конца. А, ладно. Вот, работаем, мне надо аренду платить, налоги платить. А вы все хотите фотографировать. Мы взяли бы хотя бы рублей 20 скинуть кто-нибудь. Это все стоило денег сделать. Давайте скину, давайте скину вам. Нет, вот люди не понимают, они думают, что это так. Не-не. А вы что, их сами делаете, что ли? Конечно, кто это должен делать? А это вы сделали? Ну, да. Это прям вы сделали? Ну, конечно, сделали. Серьезно, прям сделали сами? Ну, вот это только оригинальный, думаю, лет 20. А вот это все сам. А вы по чертежам по каким-то, да, или как? Ну, есть у меня в книгах там. Да вы что? Так вы с этого надо начинать? С этого надо начинать рассказ? А что ж, кто ж знает, что вы... Вот я вам скину чуть-чуть. Первая женщина за целый день за то, что фотографирую, скинула. Ага. А то все снимают, фотографируют, сажают. Ну все, теперь у вас много, повезет вам теперь. А может и не повезет, я не фартовая. Ну, тут, наверное, закон противоположности. Я не фартовая, поэтому дядечке повезет. Так, что у нас здесь?
какие-то фигурки из глины. Все по 100. Что с этим делать? Что хотите? Разрисовывать? Можете разрисовать, можете просто поставить. Это гипс, да? Да. Я, например, не буду разрисовывать. Он прям мягкий еще. Вы только его сделали, что ли? Он еще мягкий. О, Сталин. Кто что только не придумает? Как только люди не зарабатывают? Кто хочет сладкую вату? Даже половину не съел. Ну и, конечно же, куда же без лошадок? Они всегда в Краснодаре присутствуют на всех праздниках. Хорошенький. Да, кидает, кивает. Я говорю, хорошенькая, она кивает. Кавказская кухня, чача, и между двумя павильончиками сделали такую детскую площадку. Стояли, все стали уезжать. Танцоры.
собирать фигурки. Я собрала. Давайте мне приз. Можно собрать? Я собрала. У меня тоже будет. Молодцы. Какой процент собирают? Какой процент людей собирают? Много? Ну, собирают много. 50 на 50 или больше? Больше, наверное, собирают. Ну, просто долго стоят. Естественно, многие собирают. Все, пошел. Дело в том, что вот эти вот точно правильно. Не факт. Значит, он должен продолговатым быть. Вот. Если лишнее. Подожди, вот был. Не было ничего. Ну зачем ты там сломал? Да мне ничего уже, все починил. Но у меня так и было. Дерево. Rock and roll. Oh, call you metal rock and roll.
Картины рисуют прям баллончиком. Я помню белые обои, черная посуда, нас хрущевки двое. Но мы откуда задвигаем шторы, как ее клюшки стынут, объясните все нам актеры. Почему я на ней так сдвинут, белые обои, черная посуда, нас хрущевки двое.
налетит воронье, и снова отечество встретит мое. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимает Россию знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимает Россию знамя. Огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимает бахает, аж в груди бахает.